Крупнейший храм планеты. Ангкор-Ват. Ангкор-Ват, крупнейший храмовый комплекс планеты, был построен в XII веке. Он посвящен богу Вишну и сооружен в древней столице кхмеров Ангкор. Комплекс занимает площадь около 200 гектаров и имеет форму прямоугольника. Его окружает стена высотой 4-5 метра, а также ров с водой шириной 200 метров. Войти в комплекс можно через одну из четырех надвратных башен, расположенных по частям света и соединенных между собой галереями. Ангкор-Ват считается самым крупным религиозным сооружением в мире, если считать по общей площади комплекса. Изначально Ангкор-Ват строился как индуистский храм в честь бога Вишны, однако примерно с конца 13 века он перешел к буддистским монахам, которыми используется по сей день в религиозных целях.